Друзья, всем привет! Видео с Минского автоконфиската. По многочисленным просьбам давно у меня не получалось снять видео по мотоблокам. В сегодняшнем видео вы увидите видео, собственно, мы посмотрим мотоблоки. Также там квадроциклов пару появилось, есть. Также, ну, можно сказать, запчасти к тракторам, таким как МТЗ-80. Ну, в общем, они целиком там есть, трактор МТЗ-80 и МТЗ-82 без документов, которые продаются в качестве запчастей. Ну и так еще по мелочи кое-что там посмотрим. Друзья, перед просмотром данного видео хочу порекомендовать вам интернет-магазин Алот. Вот, например, совсем недавно заказал у них вот такой вот бюджетный видеорегистратор. Друзья, только задумайтесь. 28 рублей 90 копеек стоил данный видеорегистратор. Пользуюсь уже где-то порядка там 2,5-3 недель. Собственно, что могу сказать от себя, что за данные деньги это один из лучших вариантов, которые можно только купить. Тем более по такой привлекательной цене, друзья. Ссылочка на магазин под видео в описании. Для подписчиков моего канала по промокоду Кирилл Романовский скидка 5% на любой товар. Ну и давайте смотреть видео, друзья. Всем приятного просмотра. Ребят, трактора, также мотоблоки посмотрим. Ну вот этот трактор, насколько я знаю, нельзя будет поставить на учет. То есть такой розовый ценник. А, так, получается 395 его цена. И продают его в качестве запчастей. МТЗ-80 с малой кабиной. Ну, резина средней паршивости. Такой он, ребят. Ну, особо смотреть не будем. Все-таки это запчасти. Давайте посмотрим вот этот вот полуприцеп. Разбрасыватель органических удобрений. Марка, ну, можете прочитать. 85-го года он. 3780 белорусских рублей. Ну, резина такая лысоватая. Ну, а так визуально целый. Скорее всего, рабочий, соответственно. Ну, давайте дальше пройдем, посмотрим. Еще один МТЗ-82. В качестве запчастей его продают. 3024 рубля, то есть 1500 долларов. Так, ребят, здесь также еще есть квадроциклы. Вот такой вот квадроцикл АТВ 250 кубов, 2939 рублей. Так, конфискованный товар. Ребят, насколько я знаю, это в рознице, то есть можно одним платежом прийти и за 2939 рублей купить данный аппарат. То есть можно видеть, что он, судя по всему, новый. Ну, визуально состояние нового. То есть резина новая, все. То есть где-то его новый конфисковали. Хотя вот выхлопная труба немножко поржавела, но все равно. По приводу, привод задний должен быть. И вот еще один квадроцикл. Хорс 35. Так, по объему двигателя, ребят, к сожалению, двигатель, ну, я не вижу двигатель, не видно, если честно. Ну, 1237 рублей. Так, и это, я могу ошибаться, дата поступления 11.07.19, конфискованный товар, цена поступления имеется. Так, царапины. Ну, вроде это не аукцион. Я могу ошибаться, но вроде бы он одним платежом. То есть 1237 рублей, 600 долларов, грубо говоря. Ну, по кубам, наверное, 125 или что-нибудь в этом роде. Хотя двигатель не маленький на самом деле. Может быть и 300 с чем-то. Ну, можно видеть, задние колеса здесь не родные, стоят какие-то. Ну, 600 долларов. Так, ребят. Давно просили меня мотоблоки снять. Здесь мотоблоки находятся на другой площадке. Давно я не снимал. Так, мотоблок МТЗ. Ну, МТЗ мотоблок, БУ. Год не установлен. 1080 рублей. Ну, ребят, вот это вот, ну, состояние, конечно, сомнительное. Но если заводится и он хоть как-то живой, то 500 долларов для МТЗ, ну, нормальная цена на самом деле. И тоже это, насколько я знаю, не аукцион. То есть одним платежом можно прийти и за 1080 рублей его приобрести. Здесь мотокультиватор. Вот.
Так, мотокультиватор 15-й год. Если честно, объема двигателя я не вижу. 1363 рубля. 650-670 долларов примерно. Визуально он смотрится неплохо. Ну, я имею в виду внешний вид, состояние относительно неплохое. Вот он. Так, здесь все устроено. Состояние неплохое. Видно, что он БУ, но не ушатанный. Так, еще один мотокультиватор. Осилок называется, ребят. 2018 года выпуска. Двигатель 170F. Ну, не знаю, 170 кубов может, наверное. Так. Каркасный. Идет он вот с этим вот прицепом. И стоимость 957 рублей. То есть меньше 500 долларов. Сам вот этот вот культиватор. Практически новый, 2018 года. И плюс вот такой вот прицепчик. Ну, ребят, даже интересно, я бы сказал. То есть это получается... Прицеп тоже визуально он новый. Ну, действительно, визуально очень... Ну, понятное дело, простенький такой прицепчик, ребят. Ничего здесь особо не нагрузишь. Ну, может, килограмм 200 каких. 250 до 300, наверное. Ну, наши умельцы, я думаю, могут нагрузить и тонну. Ну, плачевно это все может закончиться. Но, тем не менее, в доллары, если переводить, где-то 460-470 долларов вместе с прицепом. На мой взгляд, имеет место быть, тем более, опять же, повторюсь, насколько у меня есть информация, это не аукцион. То есть, вот такого вот цвета ценники, это не аукцион, это, то есть, пришел и купил. 957 рублей с зеленым прицепом. Так, вот такая вот мототехника без ценника. Так, ну и давайте посмотрим еще тут мотоблок. Так, также он с прицепом продается. 2017 год. 1047. Вот, ребят, пожалуйста, этот мотоблок побольше. Состояние у него, конечно, визуально немножко похуже, чем у предыдущего. Но тоже состояние неплохое. А прицепом, скорее всего, вон там вон прицепы. Я потом подойду в самом конце и покажу вам. Какой-то один из тех прицепов идет в комплекте с этим мотоблоком. Ну, мотокультиватор, мотоблок. Здесь еще один мотоблок. Год выпуска не установленный. 842 рубля. Ну, двигатель написано Honda. 200 кубов, судя по всему. Ну, здесь просто аббревиатура 200. Скорее всего, 200 кубов. Здесь уже с мотокультиватора, с мотоблока такого сделали уже подобие мини-трактора. 796 рублей за него просят мотоблок. Тоже рабочий объем не указан. Ну, в общем, не указан. Ну, по деньгам меньше 400 долларов. То есть даже какой-то здесь механизм сделан, наверное, подымать плуг. Вот эту вот навесную самодельную. Ну, в принципе, задумка неплохая. 400 долларов, я думаю, найдет своего покупателя. Если не сейчас, то еще раз-два переоценится, и кто-то обязательно, я думаю, его заберет. Так, что здесь еще имеется? Погрузчик. Погрузчик. Где-то должен быть ценник, по идее. Вот он и присутствует. Но погрузчик не дешевый. Это электропогрузчик Toyota модель. Ну, давайте я вот так приближу. Может быть, кому-то будет интересная информация. 2013 года. Ребят, ну стоит 35 975 рублей. То есть не дешево. Но он визуально очень в неплохом состоянии. Так, ну и вот остался еще вот такой вот мотоцикл. В качестве запасных частей. То есть тоже вы его на учет не поставите. 291 рубль, 140 где-то долларов. Тоже можно одним платежом его купить. Это мотоцикл Минский. ММВ-3. Ну, вот она модель, собственно. Такой вот аппарат. Ну и давайте сейчас еще пройдем. Вот УАЗик тут стоит. Тоже он продается в качестве запчастей. Запасных частей. То есть без
Ну, на учет вы его тоже не поставите. УАЗ 469, 75 года выпуска. 927 рублей. 927 рублей тоже, это не аукцион, можно приехать и купить. Ну, может, как донора. $450 где-то примерно просят за него. Это кабриолет так называемый, брезентовый верх. В общем, вот такой вот УАЗик. Ребят, ну и здесь давайте еще посмотрим. Вот такой вот лафет двухосный. Ценника, к сожалению, я не вижу. Ну и вот они, ребят, еще прицепы. Судя по всему, какой-то из этих прицепов идет к мотоблоку, который я показывал. И, ну, что говорил, что еще идет в комплекте с ним прицеп. Ну и давайте еще вот лодки есть здесь. 553 рубля. Лодка из стекловолокна, из стеклопластика с веслами. $260-270. Такая вот металлическая лодка без ценника. Так, это кузов фургон многокамерный, ну, холодильник, как я понимаю, ребят, бывший в эксплуатации. 3301 рубль, то есть 1600 с небольшим долларов. Здесь еще что-то в таком роде. Так, автомобиль Ford. Легковой Ford Mondeo. В неразборном виде тоже, ребят, запчасти. 1566 рублей. Ну, дорого, дорого. На мой взгляд, дороговато. Ford Escort. Фиеста, извиняюсь, это же Фиеста, точно Фиеста трехдверная, 442 рубля, ну, тоже, скорее всего, в качестве запасных частей. Здесь можно видеть такой вот прицеп. И вот он, мотоблок, последний, который мы сегодня глянем, это мотоблок. Почва фреза, кентавр, модель МБ-2091Д2, 828 рублей. Ну, не написано, а нет, отдельно. Прицеп этот продается отдельно за 166 рублей. Ну и 828 вот этот вот мотоблок. Ребят, на этом все. Не забываем поставить под этим видео лайк. Если вы не подписаны, подписаться на канал. Ребят, лодочный прицеп, как я понимаю, модель 8115 2013 года, стоимость 1101 рубль. То есть чуть меньше, чуть больше $500. Ну, состояние отличное на самом деле. Максимально приближено к идеальному. Она же выдвигается вообще. Да? Я, а какой размер? Это ж подлодку, правильно? Подлодку, но выдвигается вот так вот где-то до сюда. Ага. Вот видишь, эти штуки открываются, блядь, вот. А, точно, да. И он выпустит. Ну и состояние у него отличное, я смотрю, вообще. То есть $500, грубо говоря. Если бы у меня было $500, я купил. А лодка есть? У меня 3000 есть. А. Блин, там...